Всем привет! Сегодня буду готовить чечевичный суп по-турецки. Готовится он очень просто, а получается оригинально, вкусно и сытно. Для него нам потребуются овощи и чечевица, а также соль, специи, сливочное масло и томатная паста по желанию. Две морковки среднего размера нарезаем произвольными кусочками. Две очищенные картошки также нарезаем произвольно. Болгарский перец очищаем от семян и режем. На самом деле не важно, как нарезать овощи, потому что потом все равно будем перебивать блендером. Репчатый лук очистить и порезать. Вот, просто порезали овощи и заливаем их горячей водой примерно 3 литра. Включаем средний огонь, добавляем соль и накрываем крышкой. Будем варить примерно 20-25 минут. Возьмем 200 грамм красной чечевицы. Чечевицу нужно помыть. Для этого заливаем ее горячей водой и перемешиваем. Оставляем на 2-3 минуты. Через 2-3 минуты сливаем воду и добавляем лимонный сок, либо лимонную кислоту, то, что у вас есть дома. Теперь будем добавлять чечевицу в суп. Перемешиваем. Можно добавить еще немного воды. Оставляем вариться еще примерно 10-15 минут. Через 15 минут снимаем суп с огня и взбиваем блендером до однородной массы. Также в этот суп добавляют томатную пасту, либо турецкий томатный острый соус. На самом деле рецептов этого супа множество, но я решила испробовать в этот раз без томатной пасты. В конце добавляем 20-30 грамм сливочного масла. Перемешиваем. И даем настояться супчику хотя бы 10 минут. Вот такой вот супчик получается. Простой в приготовлении, густой, ароматный и очень вкусный. Всем советую приготовить. Его также можно кушать в пост. Всем приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, то ставьте лайк, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До новых встреч!